Хей, гайз, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игруху, которая называется Минария. Это, можно сказать, от разработчиков Мамадора, где, как вы помните, довольно сложная была игра. Ну, скорее всего, здесь немножко будет у нас все иначе. Так. Ага, у нас он для кнопки. Частота кадров стоит, полный экран, вертикальная синхронизация включить. Вибрация, худ включено, яркость, общая громкость, русский, применение. Так, ну давайте, ячейка, в принципе, один. Новый файл. Мне легче, пока не увидим. Так, тогда лучше на минималку. Вот так. Я не знаю, насколько там темная будет игра. Если будет очень темная, я, может быть, немного, так сказать, графику повышу. Игры я не буду сразу проходить. Я так... 1203 год. По календарю Армензия. Запрещенная церемония Вергала. Королевство Реветения. Полномасштабный конфликт с ведьмами. Через несколько недель еретики похитили принцессу и взяли ее в заложники. В связи с этим было принято отчаянные меры. Группа монахинь выступила в столицу. Церковь объявила, что это сестры единственные, кто может очистить мир от ведьм. Сначала были чернила, потом пошла кровь, да? Теперь только от этих вер зависит, смогут ли они одолеть ересь. Так, ну как я полагаю, мышка мне вообще тут не нужна будет. Ну, ладно, мне просто, так сказать, диалог перебил этот. Ну, не диалог, а монотонный так разговорчик. Тело ведьм. Тело ведьм. Короче, в чем суть? Мы будем просто проходить, я типа буду снимать одну серию. А если же игра зайдет мне более-менее, тогда я буду просто продолжать. Если же нет, ну тогда сразу игра заканчивается. И я перехожу просто на следующую игру. Очень скоро должна выйти Borderlands 3. Я очень сильно ее ожидаю, поэтому я буду ее обязательно проходить. Ну ладно, я думаю, давайте начнем потихоньку. Ведьмотел. Блять, ведьмотел. Ладно, хорошее начало. Едва ли прочие сестры ушли далеко вперед. Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении. Принцесса? Мы должны поторопиться. Ну, у нее, допустим, не очень, так сказать. А сестра Семела. Это место так, наводнило ведьмами. Мы обязаны очистить его любой ценой. Я пока новичок, но надеюсь, что могу быть вам полезной. Церемония уже началась, у нас мало времени. Нужно найти принцессу. Внешний вид ее не очень. Так. Собор Святой Гильдреды. Мне сразу вначале дают 5-й уровень. Фамилия... А, я уже что-то потратил. О бога, немного выглядит приседание. То есть видно, что там... Блок. Принцесса Амелия, где-то в соборе. Ее нужно поскорее спасти. Ага, очко опыта. У меня только вопрос есть... А, то есть в движении... Ну блин, оно немного неудобно на самом деле. Сделано. Ага, изучить. Закрыто. И нужен какой-то ключ в виде топора. Цветы. Цветы, которые подбрасывают меня вверх. Могу я сразу на ту сторону? О, походу могу. Блин, надо, знаете, как на уголок, подождите. Блин, нужно подождать этот момент. Типа, туда он возьму? А ну-ка, а я могу? Нет. Может, мне двойной прыжок потом дадут? Фиг его.
Но мне не нравится то, что батуты здесь в виде цветов. Типа, камон. Почему? Нет, туда нельзя запрыгнуть. Ладно, пойдемте просто. А восстанавливаются ли враги? Так, ладно, здесь предметы восстанавливаются. Но я думаю, мы впредь разберемся немного. Так, желтые это обычные челики. Третий удар очень сильный. 99, 93. Получается, в 3 раза урон увеличится, да? Так, прыжок. Ага, у нас еще дают контролировать. Окей, видите, с 3D текстурами, так сказать, какие-то проблемы начинаются, они уже зависают в просто зависают. Так. Ни хрена себе. Сразу пол. Все, ХП почти вынес. Окей. Так, исцелиться, да? Не понял. Ага. Секретные стены. То есть мне придется изучить. Серебряная монета, 1 из 40. Окей, у нас какие-то есть изучаемые предметы. Так, предмет CVM. А я смотрю, что у нас еще вообще тут есть, кроме блока, конечно, уклонение и выбора магии. Тап. О, карта есть. В смысле, подождите, там внизу еще было что-то? Вокруг нее, когда она стоит, летают бабочки. И корона, да? А, и корона вообще просто так, наверное. Окей, мы, походу, все равно туда и вернемся со временем. Так, да, проблемы уже с прыжками пошло. Немного некомфортно, на самом деле. Но я понимаю, что я теперь буду каждую стену тыкаться. Зачем? Зачем мне что-то зажигать, если я не могу воспользоваться? Вот что это? Скорее всего, учит к блоку, да? Q содержит клавишу направления. Упаковка использует на момент, чтобы избежать урона. Ага, то есть бомбы... Ну, короче... Нам все равно показывают, когда нужно юзать эту вещь, блок именно. При идеальном блоке она просто наносит 2 удара слабых. Ну, не очень, нет, не очень. А сестра Семила, мне кажется, что здесь безопасно. Мы могли бы отдохнуть тут немного. Вход, вдох. Что случилось? Нам нужно идти. Что случилось? Я просто немного... Сказать по правде, мне очень страшно. Я впервые на подобной миссии. И вовсе не сомневаюсь в ваших боевых способностях, сестра Смила. Ай, не поймите меня неправильно. Уверена, мы со всем справимся. Я в вас верю. Я в нас верю. Окей. Ну, на самом деле, знаете, боевая система... Ну, блин. Если была бы здесь еще стамина, было бы идеально, на самом деле. А так у нас получается бесконечные виды атаки. Окей, есть уже какие-то активные предметы. Это у нас целебный фамильян. Это у нас... Так, ваш прогресс сохранен. Окей, это у нас типичный. Так, пузырьки чернила могут воспользоваться для сохранения прогресса. Восстанавливать здоровье и запас какие-то фимиамов. 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 Странная вещь, ладно. Ну, это получается у нас как хилки. Есть какой-то прогресс. Интересно, есть ли древо прокачки или просто нам что-то само прокачивается. Думаю, по пути это узнаем. Есть ли смысл разбивать эти коробки?
Здесь у меня тоже вот вопрос. Так, кстати, изучить могу? Изучить, заперто. Ну, видите, типа, фреймы теряются, очень сильно теряются. Принцесса Амели где-то в соборе, ее нужно поскорее спасти. Чё-то не нравится мне... Ой, подождите, а я аж это, ё-моё... А, тут есть цветы, всё нормально. Я же забыл про секретные эти ходы. Нужно тыкаться в любые стены. Что-то было? Доступен новый разговор с Френ. До сих пор мы неплохо справлялись, но оставляйте нас стороже, сестра Самия. Короче, мне присылают сообщение, когда она что-то замечает. Вау-вау-вау, что я не заметил эту метлу. Ведьму с метлой. Ну и ладно, повезло. Так, здесь... Что? Ключ в виде... секиры, которая сломана. Окей. А, какие-то девушки. Сиди, я могу бить? Не, сиди, я не могу бить. Вверх я тоже бить не могу. Под себя бить тоже не могу, просто могу в прыжке атаковать. Окей. Надеюсь, перед боссом мне что-то дадут сохраниться? Нет? Это принцесса, да? Вас загнали в угол, как крысу, принцесса. Если вы будете хорошо себя вести и вернетесь... Молчи, ведьма! То, что ты несешь одеяние ордена, скверно эти земли. Сейчас не время для религиозного фанатизма, ваше высочество. Что? Я не ожидал увидеть здесь еще монашиню. Думал, уже ото всех избавилась. Вы пришли спасти ее величество? Она изменилась. Посмотрите на нее. Вы теперь ее даже за человека не посчитаете. Наведите на нее свои кресты и сожгите заживо. Свершите правосудие церкви. Я жду, дети Божьи. Лис, церемония еще не завершена. Ты же сможешь с ним справиться. Без проблем. Хе-хе-хе. Походу, да, у нас битва с боссом. А ведьма цветов Лизета. Ах ты ж, ё-моё. И что? Охренеть. Подожди, мне нужно разобраться немного. Немножко разобраться. Очень туго. Самый мар удар, дай мне свою защиту. Окей. Ай. Да ёлки-палки. Что? Что? Меня убили, серьезно? У нее остался 1 хп.
На один удар. Игра кончена. Это я понял, что игра кончена. Серьезно? Классно. А, я вас понял. Прикольно. Ну, я думаю, если игру будут спидранить, то они будут именно так спидранить кувырками. Вот, почему, типа, мне наносится урон? То, что я до нее коснулся просто. Типа, не странно ли это? Изи. Окей, в первый раз не получилось. Но я ж не знал, ну ладно. Уровень повышен, хорошо. Сразу на 2 повысили. Душа ведьмы очищена. Ну, знаете, вот эти листья, которые типа падают, то клин... Клин... Как они? Клиновые. Ну да, клиновые листы. Это, наверное, отсылка все-таки к Мумодорам. Принцесса Амели, вы не ранены? А, там же мы тоже ведьм всяких убивали, я помню, постоянно. Мумодора. Я в порядке, сестра. Благодарю за помощь. Конечно, физиономии у них такие. И эмоции. Такое. Полагаю, вас перенесла священная канцелярия. Вы из Инквизиции? Инквизиция. Да, ваше величество. Я сестра Анна Френ, а это сестра Семела. Вы храбро сражались. Женщина, которую вы хотели что одолеть, необычная ведьма. Есть и другие грешницы вроде нее, что угрожают нашему королевству. Мы должны быть очень осторожны. Церемония идет быстро. Вы спасли меня. Ну, дел еще много. Сначала нам нужно попасть в библиотеку. Там безопасно. Где-то, ваше величество. А здесь недалеко. Я почувствую, когда мы окажемся рядом. Но будьте начеку. Я видел по пути тела монахинь. Ведьмы знают, что мы здесь. Хорошо, мы будем осторожны. Окей, ну... Окей. Есть какой-то сюжет. Добро. Наконец-то принцесса с нами. Нужно отвезти ее в библиотеку, там она будет в безопасности. Так, лавочки сломаются? Нет. Мне не нравится то, что перекаты блока находятся вообще хер знает где. Я лучше знать, как сделаем. Подождите, фамилианы. Так, с предметы. Хильдегарда. Вызываю урон физическая атака, x10. Так, стандартный меч членов Ордена 12 Святых. Сестры-воительницы специализируются либо в ближнем бою, либо в поддержке. Первые носят мечи подобному этому. По традиции владения оружием сестры обучают воительницы из семьи Тариати. Дневник. Книжка без каких-либо особых примет. Обычная церковь запрещает монахиням носить с собой личные вещи. Но это дневник исключение, так как в нем хранятся данные о миссиях и воспоминаниях. Крест. Эмблема и символ веры священной канцелярии. Этот экземпляр украшает цветами, а крест за катализатор, с помощью которого инквизитор возжигает фамиамы. Фамиамы. А при контакте с фамиамами вещество на кончике креста вызывает реакцию. Серебряная монета 1. Необычный вид монеты, который высоко ценится по всей Рамезии, скорее всего, это государство или страна. Давным-давно когда-то поданы еще
чтили свою королеву и слагали баллады о ее доброте, но монета чеканила ее профиль. Чеканили. Записи. Архивы. Сестра Семила, 21 год. Одета в черном монахине, мечтает стать историком и любит вздремнуть после обеда. Инквизиция обвиняла ее и мать в ведьмовстве и заживо сожгли на костре. А Семилию заставили работать на церкви, чтобы искупить грехи семьи. Сестра Анна Френ, 18 лет. Помощница сестры Семили Френ, юная послушница, которая не достает боевого опыта. И именно поэтому она специализируется на ритуалах, обезвреживающих ведьм. Священная канцелярия известна тем, что в свои стремления искренние ведьмы способны зажигать целые поселения, что и случилось с родным деревнем Френ, лежащей к востоку от Аримьера. Амелия Сарите, 24 года. Старшая принцесса священного королевства Ремизия. Амелия стремится прервать ведьминскую церемонию и восстановить порядок в своей стране. В этом году был создан совет, благодаря которому королевство теперь могут править две принцессы. Но несмотря на это, младшая сестра принцессы Паэмия предала корону и церковь и присоединилась к ведьмам. В попытке сбежать от сестры принцесса Амелия была проклята. Теперь она тихо скорбит о своей судьбе, и из волос растут прекрасные ветви и листья. Лизетта, неизвестно сколько лет. Ведьма, рожденная из семьи Южного леса, Лизетта, направила в Амьер в поиске той, что начала церемонию. Там, неподалеку от собора святой Гильдреты, она встретила Девуара, и на их плечи легла забота о принцессе Амере. Отметила у нее на лбу, говорит об остаточных пигментах кожи. Феномене, который часто наблюдается у ведьм. Сначала кожа становится черной, а затем меняет цвет на окончательный. Архивы Рамезия. Рамезия совершенно королевская граничащая с Ранелия. Оба королевства являются оплотами веры и домами церковных организаций. Именно поэтому сразу же после первой церемонии они объявили ведьминой войне. А ведьминство считается грехом. Аримьер, столица священного королевства Розимии. Она получила свое название в честь национального символа. Белые змеи, способные исцелять болезни. Более 500 лет назад Аримьер возник на месте маленького поселения, в котором квартировали солдаты, сражающиеся с ведьмами. И в те времена, в этом году, он стал главным полем боя в четвертой войне с ведьмами. Многие из жителей, включая аристократов и военных, покинули город или забаррикадировали в своих домах, в надежде, что священная кваракция сотворит чудо. Здесь просто досье на персонажей. Карта. Статистика. Уровень, текущий опыт, время игры. Достижения есть. Заступница принцессы. Вы спасли принцессу, Амелия от ведьмы. Добро. Именно Некромикона у нас нету, да? Ну, где все враги? Это печально. Хорошо. Изменить геймпада. Клавиатура. Так, прыжок, я думаю, атака пускай остается. Вот уклонение. В смысле? Вот уклонение изменю. В разговор с принцессой. Блять. Разговор с принцессой я на кью поставлю. На В пускай будет. Не понял. На Д. Используем так. Так, карта. Подтвердить. Отмена. S. Хорошо, применить. S. Все, окей. Все настроил. Настроено. Ну, чтобы, понимаете, блокировать хотя бы более-менее было удобно. Так, ваш прогресс сохранен. Я единственное не понял, это как мне прокачиваться. Если здесь, конечно же, есть прокачка. Стоп. Опа. А можно
Ага, то есть они не сразу убиваются, они как бы насакивают еще бывает. Белая ведьма. Но она меня бы не достала, в принципе. Окей, есть специальный радиус, и у них тоже есть какой-то каст способностей. Изучить ключ тот же, как секира. Враги, как я понимаю, тоже восстанавливаются после смерти. И нежелательно, да, их просто так бить. Тут цветы. А, то есть я как бы и заблокировал. И как бы урон получил. Я не понимаю, синяя полоска. Ну, желтая полоска под ними. Что она дает? Так, я могу прыжки блокировать. Так, давайте я посмотрю, восстанавливаются ли враги после... По идее, должны, это как костер уже работает, да? Так, большой переход куда-то. Я предлагаю сюда пройти. Да, может быть то, сколько хп им остается до смерти. Либо все-таки до каста чего-то. Они просто не успевают закастовать. Катакомбы. Ага, враги. Смотрите, они типа не видят. Типа, если они стоят ко мне спиной, они меня не видят. Я единственное, чего не могу понять, что у меня с... повышается с левелом. Урон? Так, изучить. А, получены архивы... Архивы. Все. Ага, здесь мне нужен как раз тот же самый тесак. Окей. Давайте тогда сейчас бегаю. Тут все равно ни хера в ящиках не нахожу. Как-то не очень экран дергается. О, стоять. А, они тут тоже были? Подожди. Да, они тут тоже были. А, не, подождите. Ладно, хер его. Не знаю. Погнали. Так, вот это вот немного плохо. Подожди, они одноразовые, что ли? Кажется, здесь ключ, да? Так, у меня только один. Изучить. Белый фамиан. А, как мне там зайти в эти настроечки? Наконец-то принцесса с нами, нужно отвезти ее в библиотеку. Я, в принципе, могу ее отвезти, но мне нужно понять... А, стой, точно. Фамиамы. Белый фамиам. Выпускает небольшой снаряд. Короче, типа поджога. У нас есть хил и запускаем херь. Дальше. Предметы.
записки. Пойди сюда, да, добавляется? Рамезия. Королевская граница с Абабабом. Алавиды. Алавид. Алавид или город дождя. Город-убежище, в котором находится белая часовня. Она вполне соответствует своему названию, и в основном в нем живут переселенцы и путешественники, и страдающихся от засухи земли. А вот местные монахи терпеть не могут постоянные грозы, которые ее прекращают круглый год. Которые не прекращаются. Короче, все, что мы находим, оно кидает сюда. Значит, у нас не так уж много будет находимых предметов. Ладно. Мне хочется узнать, сколько будет урон. Точно. Вокруг так много тел. Закрыто. У меня два варианта. Либо низ, либо вверх. Давайте сначала вверх. Я сразу проверяю на стены. Бэм. Чего так мало? Вау. Согласно правилам этого дома, мне должно так. Знаться, что я нарушила обет смирения и целомудрия. Две ночи назад я повела себя недостойно и импульсивно, и я была пожалела о соединенном. Если бы только мне не было так хорошо. Прости меня, почтенная матушка. Я понял. Секс. Был секс. Так, я куда-то, короче, провалился. Ой, стой, я так высоко поднялся. Так, ладно, я понял, что это херня. Стой, я теперь что не должен... Я могу вернуться. Лучше. То есть они вообще обваливаются. Они восстанавливаются хотя бы? Окей. Окей. Моя персона очень жирная. Мне единственное вопросик, это как мне потом вернуться обратно. Хилзай оставлю. Почему за то, что я до него дотронулся, мне нанесется урон? Вообще нечестно. Ну, зато я скоро апнусь. Интересно, зап мне восстановят все эти снаряды? Здесь, да. Очередная херня. Надеюсь, не битва с боссом. Библиотека прямо перед нами. Следите за мной. А, следуйте за мной. Следите. Я не удивлюсь, если это... Подожди, почему у нее корона над головой? Как хорошо, что мы добрались в целости и сохранности. Сестры Ордена. Это тайная библиотека, служащая королевство и семье пристанищем в темные времена. Я останусь здесь ради собственной безопасности. Видимо, не знают об этом месте. Хорошо. Ваше Величество, мы из группы монахинь, которые направились в собор, но нас настигла вьюга, и мы оставили... Так.
Остали от остальных. Нам с сестрой Сэмили пришлось задержаться. Боюсь, кроме нас здесь не осталось ни одного живого монахи. Ох, это ужасно. Золотого собора забрана кровью из тех, кто посвящал себе службы богам. Враг превратил нас числом. Смазь. Сочится из каждого угла. О нет. Мы должны найти мою младшую сестру. Поэмию. И остановить ее. Она отвечает за проведение церемонии. Из-за моего проклятия. Если ее замысли исполнится, пострадает множество невинных. Ее безумно нужно положить конец. Поэмия должна быть во дворе. Ваше Величество, как нам туда попасть? Главный ход преграждает барьер и защищает чар. Боюсь, вам с ними не совладать, но... Помните ту женщину в черном? Она предала церковь, ранее ее знали как сестру Девуар. Найдите ее. И наверняка что-то известно о барьере. Изменится. Но разве это... Разве она станет нам помогать? Вы ее заставите. Монахи не имеют ее делать. Ваше Величество. И не склонюсь перед сестрой и не брошу свой народ. А найдите изменчицу Девуара. Даже ей... Так, ее ядовитый язык может принести нам пользу. Окей. Так, ну, в принципе... Что это? Смотри, цвет... О, стопы. Изучить. Техника боя. Вы можете нанести ведьме урон своим мечом и крестом. От капришнего боя и фамилия может применить в воздухе. Разные фамилии, а также дают увеличенный результат, так что наносите урон зависимо от ваших характеристик и характеристики противника. При попадании по врагам вы также наносите оглушающий урон. Когда шкала оглушения заполнится, враг будет оглушен. А, это оглушение. Если атаковать врага, атака атакует. Или оглушен, урон будет выше. Если враг получает урон вдвое превышающий его здоровье, вы получите двойной опыт. Так, успешное парирование увеличит положенный урон и вызывает сорванный контракт. Ну что, оглушая врага, вы на некоторое время этого используете ответчик контроль. В этом случае парирование приведет к ближним ударам. Так, ладно, это банально. Парирование получается некоторое количество боевого. Ага. Пробуй может попадать под воздействие отрицательных эффектов, не исчезать со временем. Повышает здоровье, проклятие снижает наносимый урон, повышает получаемое. А немота не позволяет вам использовать фамилию. Окей, короче, у нас есть три вида эффекта. Яд — это постепенное понижение урона, ну, ХП, то есть. А молчание — это запрет использования наших, так сказать, активных магии. И проклятие — это минус наше ХП. А не, минус урон и повышенный урон по нам. Улучшение практики боя. После завершения, если вы можете, мгновенно совершить новое НП. Так, вы также можете быстро восстанавливать после применения высоты. Хорошо. Улучшение техники, которые атаки и фамилии дают вам неуязвимость к оглушению при атаке противника. Ага, то есть меня тоже могут еще оглушать. Сестра, найдите изменщицу. Возможно, она расскажет что-нибудь о барьере. Так, а ты кто? Здравствуйте. И добро пожаловать. Меня зовут Гарина. Эта библиотека — особое место, связано со многими другими. И я здесь главная. Вы направляетесь в дворец? Теперь там небезопасно, повсюду ведьмы. Раз уж вы здесь, почему бы вам не взглянуть на предметы, которые у меня есть на продажу? Как знать, возможно, что-то из этого могло бы вам пригодиться. Чем я могу быть? Давай поговорить. А до меня случайно дошли ваш разговор с принцессой. Учитывая то, что вы скоро всего один доберелись до собора несколько дней, едва ли вы слышали новости. Еретики утащили из белой часовни два сосуда. Даже в южном монастыре теперь небезопасно. Но кажется, с вами все в порядке. Полагаю, ведьмы не представляют для вас серьезной угрозы. А ведьмы довольно сильные. Да? Правда? Но вы справитесь. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, окей. Ты мне говорила, что у тебя что-то на продажу. А, за серебряные монеты?
Фамильян Лотоса. Эффект: за каждое повреждение врага восстанавливает макс запас здоровья. Ну, если бы это было... А подожди, а если это этот? Черный фамиан. Выпускает снаряд, который наносит большой урон, если запас здоровья персонажа полный. Эффект. Ну блин, я не знаю. Вот фамиан Лотоса. За каждого поверженного врага восстанавливает два. То есть он активный или он пассивный, как бы? Я вот это вот не могу понять. Я не знаю. Давайте пока... еще увидимся. О, и заглядывайте ко мне время от времени. У меня могут быть для вас новые товары. Ага. Ну, короче, как я понимаю, здесь можно и закончить. Поэтому... Ну, не знаю, игра довольно такая прикольная. Боевка, конечно, немного сделана такая не очень. Ну, а так, в принципе, все нормально. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.